Поехали, третий заход был у нас самый пока удачный. Давайте делаем четвертый заходик. Посмотрим, что нам упадет сейчас. Сможем ли мы все-таки франки выбить отсюда или нет? Привет. Да, можете он, кстати, лайки поставить у Сани на Фейсбуке. Он проспонсирует потом, если что. Так, побежали дальше. Ну, смотрю, неплохо руны начали падать. Конечно, сейчас будем чуть-чуть медленнее забирать призы, потому что у нас три героя. Хочу пока их оставить. Надеюсь, четвертым будет все-таки Франки в списке. Но это не точно. Так, что-то не наблюдаю очень много кулаков, странно. Надо больше. Ну, 10 слизней, в принципе, тоже хорошо. Колы бесконечно. Нет, 2 литра бутылочка всего. Да, Некроса и 2 Анубиса мы уже выбили. Франки, настало твое время. Причем тут навык к таланту? Талант ставится для того, чтобы у твоего героя было всегда отражение, вне зависимости от того, есть на нем скилл, там нету скилла. Скилл — это пофиг, пусть там себе совмещается. Самое главное, все остальное время там с тебя могут снять, Некрос может с тебя свободно снять умелку твою. А вот не снимет он огненную защиту, и она будет работать, пока у тебя будет кулдаун. Очень много плюсов от огненки. Ну, те, кто как бы не в теме огненки, посмотрите обзоры на нормальные обзоры на хранителя с огненной защитой. Реально, хран с огненкой самый топовый для меня. Не потому, что там у меня есть психощиты, а потому, что действительно его можно использовать в той же самой атаке с огненкой. Реально герой кайфовый. У ожога кулдаун 4 секунды, по-моему. 2 работает и кулдаун 4. Так, надо рун. Еще надо хотя бы 2 сетика. По
пока коробочки падают. Скин Теква упал. Так. Пока что-то Фрэнки даже не пахнет. Вообще заход. Что-то печально по кулаках даже. Шестьсот шестьдесят шесть кулаков. Походу сейчас что-то должно быть интересное. Говорю, 666 попыток, а не кулаков. Так. Еще немножко, еще чуть-чуть. Опять коробка, ну. Палец подкачался, да. Качаем палец, надо назвать было стрим. Так и назову видос потом. Качаем палец. Как накачать палец? Ну, я вкачаю Ронина, посмотрим. Можно психощит ему поставить. Еще будет лучше, на умелку будет срабатывать хоть одну. Да, прокачка пальца. Главное, чтобы люди просто понимали, какого. А то еще куча налезет с ориентациями разными. Да, надо, походу, им будет написать, чтобы увеличили вместимость почты и да, не хочу я макро скачать, у меня он есть, это не проблема его поставить. Мне интересно, хочу накачать палец. Вы же не видите, каким пальцем я нажимаю. Так. Талант психощит не добавит. А если добавит, я только за. Особенно с таким, как здесь падают некрос, шансом.
пусть добавляет. Я бы не советовал стойкость качать. Жизни много, а полезности от героя не так уж много. То, что будет жить дольше, это не показатель сейчас. Фрэнки есть. После покупки мизинец пылит. Ну да, и стрелять, и писать в этот, в чат. Привет. Блин, карта. Что-то плохо последних. Последние разы падает отсюда по рунам. Да, что-то четвертый заходит какой-то самый печальный походу. Да, я через ног сыграю. Обзор на Фрэнки, да, будет. На роли мимо талант. Я еще подумаю, какой, и тогда сделаю обзор. Обзоры будут. Времени, честно говоря, нету на видосики. Видосиков много есть с роллингами совсем, но... И бывает даже просто лень заставку сделать и выложить. Постараюсь исправиться в этом месяце. В день по два видосика буду закидывать на канал. Сколько я играю? Полтора года. Я в игру? Да, я вообще не донат. У меня даже строки доната нет. Это все халявные самоцветы. И завтра куча жалоб в техподдержку. Черепу на атаку. Доспех ставь. С доспех под скиллом там будет нереально. Под, у меня по 200 тысяч выдает. С доспехом реально он кайфовый. По-моему, мышка уже начала не так щелкать. Купил мышку, через неделю приносишь, она не выдержала проверку пальца, палец на ней не раскачался. Так, смотрим. Блять, опять карта, ну издеваются что ли. Буду спать, и палец будет дергаться. Да, четвертый заходик самый печальный, походу. Сундуков вообще фигня больших. У меня интерес к игре наоборот. Вы же видите, еще больше интерес появился с такими акциями. Это не там не акции на трату, на ролл героев, еще что-то. Это наоборот, для меня это интересней. Не знаю, как для вас, но... Для меня в плане прокачки и прохождения игры это намного интереснее. Пару таких рулеток, и я смогу спокойно отдыхать. Так, там, по-моему, что-то интересное упало.
Не, ничего интересного не упало. Я с Украины. Я же сказал, что в чарах. В чарах ставьте доспех. А рунами созвездием уклонения. Я просто давно HG уже просил, чтобы добавили какие-то кулаки. Вот они наконец-то прислушались. Позвонить Фрэнке. Это надо, походу, уже звонить в IGG. Я не делаю пиар-каналов. Кто бы мой канал распиарил? Надо будет Вилсакому сказать, пусть подкинет пару лямов. Что я делаю? Палец качаю. Вы такого еще в битве замков не видели, как качается палец. Ой, по-моему, Анубис упал. Бля, это что такое, ну? Заебали уже с этими картами, честно говоря, да. Упал третий Анубис. Хоть что-то с четвертого роллинга нам упало. Так. Вот так вот, вот такая уже картина. Да тут уже не один Анубис. Отдать Наева? Да без проблем отдал бы. Подарил. Сам уже не знаю, куда их девать. Будем сливать их. Подумаю, как. Так, чтобы бомбило пол сервака. Я не могу выбить Анубиса, а тут хуяки слив. Вот так, ребята. Четвертый у нас. Четвертая часть, 4 из 5, скажем так. Смотрим, что нам упало. Стандартно 20к. 8 считаем. 77, это что у нас там получается? 85, 89 тысяч. В принципе, неплохо. 89 700 монстр пропусков, 771. Я думаю, сейчас нам придется еще досливать подземки, скорее всего.
коробочек нападало, руны таланта. Четвертый заход, что-то не упали. Так. Анубис упал. Один. Бедный Анубис. Уже 78 сетов третьих. Это немало. В принципе, так вроде все. Делаем перекур и попробуем еще что-то получить.